Всем привет! Сегодня мы на берегу пруда, 28 сентября, будем ловить щуку на джих. Воблера, так как забыл, будем упираться чисто в силикон. Размер у нас будет не мелкий, 4-5 дюймов. Ну и, соответственно, будем надеяться, что щука очень хорошая. Ну что, вперед, будем на лодке плавать. Что, первый заброс на первой перспективной точке. Приманка у нас аваруна, 5 дюймов. Как говорится, большому куску бы большой рот радуется. Вот сейчас будем проверять. Вес 10 грамм, так и глубина тут порядка 10-11 метров. Очень много по этим меркам. Но вот будем сейчас проверять, что по активности клево. Погода очень совпадает. Клево. Место, я считаю, перспективное, так как по прошлому году тут довольно неплохо щука клевала. Он окунь гоняет. Но мы не за ним пришли. О, пошел свал бешеный. Подсак у меня не предназначен для щуки особо-то, но пригодится, уверен. Палочка у меня Nord Stream 762, тестом 5.25. Катушка всем известная, в принципе, сатана. Ой, катана. Сейчас попробуем на угря. Раз на ворону не хочет. Она более по вялому хищнику. Не скажу, что точно щука, потому что были пойманы на нее и окуня. Довольно не мелкого размера. Пробуем якориться. Проплыли метров 15. Окунь вовсю гуляет. Может, имеет смысл на него переключиться. Правда, хочется очень щуки. Давно уже щучьей поклевки не чувствовал. И будем упираться. Правда, на окуне у нас только одни крупные приманки. 2,5 минимально. В основном все по 3 дюйма. Точнее, 3-4-5. Взял бы больше, так спиннинг не осилит толком. Точнее, не под эти места. Попробуем окуня половить. Вот баксик. Видел, тут он гуляет хорошо. Посмотрим. Уверен, была бы микруха, по-любому можно было бы наловить. Но надеюсь, если окунь будет, то хороший. Чем интересна особенность этого водоема? Тут помимо щуки, окуня, также есть хищников, есть судак. Правда, очень мало, но есть. Для судачка надо идти плыть к корее. Соответственно, там зацепов много. Но посмотрим. Если вообще щука будет в отказе, то туда поплывем. Вот и первая поклевка, не знаю, скорее всего окунь. Точно как засасывал. Ну, уже приятно. Да, окунь. Довольно неплохого размера. Ну, он. Вот такой чудесный. Отдай мой бакс. Да, палец-то не надо кусать. Вот. Плыви. Уже приятно. Первая рыба. Не совсем то, что хотел, но и на то хорошо. Вот и почти штиль на воде. Это же приятно, смотрите.
попробовали в залив переплыть. Вот. Вот так же глубоко. Точнее, как выход с залива. Пару забросов попробую на вахте, потом опять перейду на щуку. Просто интересно, как тут будет. О, поклевка. И хорошая. Я так понял, если упереться в окуня, то можно его тут наловить. Но это я сейчас балуюсь. Ладно, хорош баловаться. Переходим на щуку. Ну что, гря попробовать? Такого поменьше. Зацеп, что ли? Да, походу зацеп. Ну, придется. Проплывем чуть. Ну, что еще делать? Надоело обрывать. Будем пробовать на офсет. Ой, правда, с реализацией может быть намного хуже быть, но главное найти по-быстрому корей. Где-то тут была, только не помню точно где. Штиль полный, вообще красота. Похоже было нам поклевочку. Но вряд ли окунь, потому что приманка очень крупная. Для него, по крайней мере. О, поклевочка. Есть. Наконец-то. Ну что-то не крупное. Выходит, выходит. Судак. Обалдеть. О. Ну вот, его я тут точно не ожидал. И, по крайней мере, на этом месте вот такой красавец. Вот такой вот отправится дальше подрастать. Красавец. Настроение поднялось. Сработала воруна. Так он сидит арбуз. Причем поклевка такая. Еле-еле тыкнула. И вот перед этим, кстати, точно так же. Значит, вполне вероятно, что и то был судачок. Его я сегодня точно не ожидал поймать. Так его тут мало. О, блин, прозевал поклевку. Не понял. Обалдеть, серьезно. Поводки все длинные закончились, придется короткими ловить. Есть! Коря. Как же они уже надоели, а? Я буду знать, что там есть коряга. Поклевочка была. Еле-еле прикосновение. А, понятно. Он
что за поклевочка была. Кого-то покатал. Скорее всего, там этой бели очень много стоит. Решил попробовать на турбо твистер. Хоть веры у него у меня почти нет у него, так как в прошлом году клевало почти на все. На него ни одной поклевки не было. Но дал шанс ему. Надеюсь, себя покажет. Единственное, только не пойму, какая проводка должна быть. Мне кажется, более подтвичивание намного интереснее для него будет игра. Окунь гоняет. Может переключиться напоследок. Поймать по пару полосатиков и нормально. Хотя на такой размер резины, то я и щука свободно берет. Правда, размер желает лучшего, но все же. В считанные секунды ветер меняется. Только что справа налево было, теперь слева направо. Ребят, спасибо, что досмотрели это видео. Пересматривая свой архив по летним и осенним рыбалкам, и решил выложить одну для вас. Так как многие уже скучают по теплым солнечным денькам, думаю, вам понравится. Там у нас живет. О, вынырнул. Звери живут прямо недалеко от моего дома. Всем ни хвоста, ни чешуи.